Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим. Я представляю компанию «Уважение» в качестве ее директора. Вот, находимся мы в нашем цеху. Вот, перед вами представлена пила КС-2500. Хотел бы чуть-чуть поглубже сказать об этом. Уже шестой год занимаемся камнем, конкретно ритуальной продукцией, установкой, распиловкой форм, гравировка и так далее. Вот. У нас возникла необходимость в распиловке блоков, дабы оптимизироваться, вот, потому что конкуренты не дремлют, камень дорожает. То есть мы решили пилить сами блоки. Был вопрос, где и когда купить пилу. Вот. Приехав в Карелию к своим поставщикам, мы сделали маркетинговые исследования и пришли к тому, что хорошие станки делает ООО. Проект, торговая марка «Констант». Вот, узнали у людей, промониторили, как они работают, долговечность, проблемы. Вот, вроде бы сказали, что все отлично, все хорошо. Поэтому пал выбор, да, именно на эти станки. И при этом средняя рыночная цена нас еще заинтересовала. Вот, передо мной руководитель, директор данной компании. Он вам еще более глубоко расскажет о данной продукции. Приветствую всех из славного города Уфа. Это место, наверное, самое дальнее, где мы устанавливали наше оборудование. Но благодаря нашим общениям с Максимом, договоренностям, мы приехали сюда на конечный запуск станка, на пробирование, посмотреть, как все работает, как все устроено. Все вижу, у них чистота, порядок, ребята молодцы, осваивают новые площади. Станки, оборудование, думаю, у них все получится. Я думаю, на этом станке мы не остановимся, будем продолжать наше плодотворное сотрудничество и очень рады будем ему всегда. Ну и, в принципе, всем, со всеми нашими клиентами мы поддерживаем дружеские отношения и готовы всегда им прийти на помощь, рассказать все, показать. Ну, я надеюсь, люди в этом убедились, как мы, качество работы наших сотрудников, как они приехали, все сделали, установили, запустили. Ну, я был приятно рад, что им понравилось, что действительно парни отработали здесь хорошо. Я думаю, что будет здесь служить долго и уверенно наш станочек и другое оборудование, которое захотят приобрести наши новые заказчики.